Выставка «Тверские клады» открылась в детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея. Экспозиция проводится по случаю его 155-летия в рамках 21-й Всероссийской нумизматической конференции. Среди организаторов — Государственный исторический музей, Эрмитаж и Институт археологии РАН. На выставке представлено более 2000 предметов из 30 кладов. Экспонаты повествуют не только о себе и событиях отечественной истории, но и об истории музея. Это лишь часть материала, собранного здесь, и они впервые представлены в таком объеме. Самые старые хранятся уже более 130 лет. Самые последние поступили всего 3 года назад. Самый ранний клад, который представлен на этой выставке, он датируется 10 веком. Самый поздний – это 20-е годы 20 века. Экспонаты подбирались так, чтобы не повторяться. Есть же однородные клады. То есть они по-своему все уникальны, замечательны. На выставке можно увидеть русские и иностранные монеты, бумажные денежные знаки, награды, украшения и другие ценные вещи, найденные на территории современной Тверской области. У большинства экспонатов очень неплохое, а то и просто хорошее состояние. Объясняется это тем, что, во-первых, клады далеко не всегда закапывали в землю, а во-вторых, обязательно во что-нибудь, что называется, упаковывали. Чаще всего, вот, как видно здесь, какие-то кубышки или фляги, горшки, кувшины. То есть это мало контактирующие с вот, среда достаточно хорошая. Своими глазами увидеть пресловутую кубышку или древнерусскую гривну можно в течение 3 месяца. Выставка в детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея проработает до 22 августа.